Йога, и с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Outlast дополнение. О, за нами, короче, в прошлой серии, если так говорить, у нас было туман. И сейчас за нами, типа, была погоня со стороны свина-человека. Со стороны Криса, если бы точнее. Туман, походу, пропал. И... я сейчас вот думаю, что может тут вообще быть. Окно открыто. Можно попасть внутрь. Привет. Ладно, документы. Жених. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе гуськина. Сделаю место и внутри затолкну. Женщина создаст себе жену. Жених создаст себе жену. Выше колен, ниже пупка. Нарезать и пришить на столе гуськина. Сделаю место и внутри затолкну. Жених создаст себе жену. Выше колена, колен ниже пупка. Нарезать и пришить на столе Глускина. Глускин. Кто такой Глускин? Это жених этот? Странно. Ладно. Я могу от... ладно, там ничего. Слишком темно. Тут открывается. Походу, я обойду сейчас с той стороны, зайду туда. Там что-то под электричеством, я смотрю. Ну не суть. Мы сейчас туда зайдем, обойдем и по... и побежим, ребят. Опа, там батарейка, ладно, не побежим. Так, надо менять батарейку сразу. Блять, я куда-то вниз спускаюсь. Снова канализация. По факту, если так думать. Ага. В чем подвох? А, прикольно. Заметьте, что я почти умер. А ты где? Бля, смотрите, есть два варианта. Кто здесь говорит?
Он говорит, кто здесь? Где он? Я могу зайти сюда внутрь. А, тут должна быть батарейка была. Быть. А, тут документы. А что произошло? Что произошло? Почему даже и меня типа напугало? Так, я выхожу отсюда, либо оттуда. Бегу быстро здесь. Мне нужно будет туда бежать. Хорошо. Например. Так, давайте сразу документы, я думаю, посмотрим. Убей нас. Убей нас. Сожги здание. Здесь находится хуже, чем умереть. Убей нас, убей нас. Ох, чувствую, сейчас я буду бежать очень быстро. Батареек нет. Прикольно, парня. Чисто парень старается. Понимаете, чисто из-за тумана почти нифига не видно. Нажми на поручень, потом беги со всей дури. Так, я выключил электричество, я правильно понял? Смешно. Сейчас что-то напугать, да, мне должно? Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Спасибо. Я чуть не обосрался. Я не знаю, почему они вначале вообще двери как бы открыть не могут. О, второй момент, когда нужно бежать. У него должна быть... Батарейка была бы. Должна была быть. У него ее нету. Призрак пролетел. Ладно.
Воду. Вы мне предлагаете воду, да, прыгнуть? Где все батарейки, мужик? Не, походу, это на максимальной сложности, типа, знаете, батарейка всего лишь одна есть. И она, типа, тратится быстро, и поэтому на всех трупах и на всех будет... подвох. Ну такой. Такой момент тоже был вместе, когда мы играли в основную часть. Там тоже, типа, призрак просто по воде шлепнул. Типа, рукой такой, ха-ха, ха-ха. Тут ничего такого. Типа, с одной стороны, да, страшно, если ты пытаешься воспринимать игру не такую уж, чтобы она была не такая же страшная, то она становится вообще не страшной. Почему их всех, у всех моделек полицейских? Полицейских вывернута шея. У всех. Так, мне походу наверх, да, нужно? И сверху нужно будет перепрыгивать на ту сторону. Это я вижу, я это понимаю. Ух ты ж, бля. Батарейки, как обычно, нету. Если за мной что и побежит. Серьезно. То мне придется просто бежать и прыгать. Тут можно вот так один раз получить урон и пробежать. Оп. Эту черную тень можно увидеть только во время освещения, но ее также можно увидеть. Я уже наверху? Ничего себе, как быстро. Но все равно тень можно увидеть, даже когда не на свету. Я понимаю, что мне сюда. Почему больница настолько огромная? Понятненько. Что возможно? Мы сейчас туда прыгаем, и мы проваливаемся. Не-не, ты за... Ты сможешь, приятель. Ну, мы все равно провалились. Только я думал, мы перепрыгнем как бы то, куда нам надо. Потом мы пойдем и упадем. Зачем мне тень показывают? Что в тени? Don't need any sisters. Maybe some girls
И обратно. Ну, хотя здесь хотя бы можно нормальной камерой воспользоваться. А куда мне идти, блядь? Так, я, походу, упал в какой-то клев. Амбар. Быстрее похоже на амбар. Так, нужно с этим парнем быть поосторожней. Тут пройти можно. Ползком сюда можно, короче, обмануть. Я типа планы придумаю, куда, если что, сваливать. Типа всегда нужен запасной вариант. Куда бежать? Вот, видите, он тоже убежал. Я потом буду на слепца бегать. Это что-то фонарик? Окей. Сейчас меня схватит, как обычно, да, потому что здесь никого не видно, он может быть за коробками. Просто что-то упало. Он побежал, что-то уронил, оно упало. Это ж обычное дело, так ведь? Здесь какое-то большое пространство. Ряд... Это было плохо. Я видел, там кто-то стоит. Хотя он меня все равно увидит по факту. Тут весельчак. Мудрый человек. Обратно внутрь. Чем сильнее я пытаюсь сбежать, тем глубже вязну в этом месте. Мертвые больше меня не удивляют. Суицид кажется мне разумным. Знаешь, суицид разумный, однако... Ну так как-то сделаю. Однако мне нужны батарейки. Подожди. Ну, ладно. Да, как-то оно очень быстро начало терять. Вот видите, уже бат. Very bad. Very.
Интересно, о ком он говорит? Походу о женихе. Ой, нету. Нету батарейки. И тут нету. За что? Я не хочу умирать. Так, сюда можно... О! Сюда можно загнать кого-то. Обкрутить, пробежать. И потом бежать по прямой. Документы. Документы, пациент Деннис. Доктор Форд. Я взял еще одного интервью сегодня днем у вашего пациента Денниса. И я должен согласиться с вашими подозрениями. За 40 минут для меня широко открылись 4 личности Денниса. Насколько я знаю, это 2 брата и отец и дед. Они, кажется, очень обеспокоены каким-то угрожающим жизни наводнением, хотя не ясно. То ли это событие уже произошло, то ли только собирается случиться. Ясность его иллюзий и проформативного характера выражена личностью определения указывает на симуляцию. Я признаю, что говорю языком Фурштергера с долей категорической скептицизма относительно диссоциативного расстройства личности. Ну, в случае с Деннисом, мне кажется, ничем иным, как... выдумкой пациента, добивающего внимания. Вероятно, это симптомы нарциссизма и обсессивно-компульсивного расстройства. Продолжительность лечения с шоковой терапией. Искренне ваш, доктор Вольфрам. Звук стрёмный, когда ты отбегаешь. Трубы, трубы, трубы. Не, на самом деле, типа, когда ты в камеру смотришь, игра красиво выглядит. Пройду дополнение, насчет основной я даже не знаю. Ну, второй части. Что-то такое белое. Оно яркое? Это что-то ярко выраженное. Это дверь. Знаете, у меня уже минус 2 Тоже бесит. Так, короче, я буду бежать сюда. Либо вниз сразу побежим, либо туда. А, нет, это не двери выхода. Это двери, которые... Ага, запомнил тут выход.
Главное, что тут ничего нету. Все? Куда залез? Куда я попал? Я почему-то думал, что здесь тоже что-то будет. Ну ладно. Блин, а какой я проход видел, что можно было пролезть? Походу, тут по несколько проходов. Ух ты ж, черт. А это место довольно огромное. Ох ты ж ё. Музычка играет какая-то. Понимаю. Что за свежий ад? Человеческое тело изувечено и изогнуто, как и в момент рождения. Человек не в состоянии видеть такие вещи, не изменившись непоправимым образом. Лиза, я был с тобой, когда оба наших мальчика появились на свет. До недавнего времени это было самое удивительное, что я видел. Полностью за определениями разумного понимания. И все же, так или иначе, с тех пор являющийся центром всего, что я верил. Ты всегда говорила, что у меня нет фантазии, но недавно я расширил свои горизонты. Как же все это возможно? Что здесь происходит? Но теперь я знаю ответ. Деньги. Выгода. А, выгода. Вещи, которые мы творили просто потому, что были способны. Пиздец. Я бы на самом деле на этом закончил. Давайте, я думаю, мы на этом и закончим. Это мужчина? Понимаю. Ладно, ребят, мы на этом заканчиваем. Не знаю, назову хлеб. Хлеб. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.